Константин Анатольевич Бабкин, президент промышленного союза «Новое Содружество». Василий Александрович, вот вы руководитель аграрного хозяйства Галкинское в Свердловской области. Вот сейчас прозвучала цифра такая, что у нас сельское хозяйство достаточно динамично развивается, там, по 10% в год. Вот в вашем хозяйстве чувствуется вот этот рост, забота правительства. Как вы, Василий Александрович? Спасибо. Я буду краток. Мы провели буквально вот позавчера заседание правления своего хозяйства и, конечно, в первую очередь выразили свое возмущение действиями Европы вот по Кипру. Похоже, мы сеяться уже не будем через это, ведь вот некогда будет заниматься. Вот. Так скажу, что мы 2012 год закончили очень печально. При неплохой урожайности, при неплохой ценовой, в общем-то, как мы считаем, политике, мы продали картофель по 6 рублей, мы продали зерно по 7 рублей, считаем это хорошее, мы не можем платить заработную плату. Вот, значит, вот за последние 3 года электроэнергия выросла в 2,5 раза, дизельное топливо в 2,5 раза. Выросла цена, осталась та же, что была в 2009 году. На сельскохозяйственную продукцию. Что касается вот выступления Клепача по росту. Возможно, есть. У нас в районе вот, значит, тоже что-то растет. Открыли 4 детских дома за последние несколько лет. Вот, значит, 4 богадельни дома престарелых и построят. Прошлый год заложили прекрасную тюрьму на 2000 мест. Вот. У меня времени нету, вот, значит, вот не хлопайте. И построили комплекс «Уральский», свинокомплекс. Да, действительно, вроде планируется рост большой. Но мы помним, как строили в 80-х годах комплексы. Ни один из них уже не работает. Вот. Где-то 9 сел и деревень попали в экологический коллапс. Вот жить невозможно. 200 тысяч будущих свиней, сегодня 150 тысяч, сделали жизнь людей невозможной. Очистных сооружений нет и не предвидится. Потому что если построить настоящие очистные сооружения, свинина будет за 300 рублей килограмм. Вот. Нам не везет с этим делом. Поэтому я думаю, производство просто сельхозпродукции и развитие сельских территорий – это, в общем-то, не одно и то же. Хотя при разумной аграрной политике это бы можно было совместить. Вот, значит, наше хозяйство занимается овощами, выращиваем, значит, мясо. И нас цены бы устраивали. Как я уже говорил, не устраивает тарифы. Не могу идти в банк. Меня фамилия, видимо, не подходит туда, потому что Путин, что Медведев, что Мельниченко, приди, никакой кредит тебе не дадут. Вот, а тем более льготный. Вот, значит, не дают. Не дают кредиты для села. Нечего заложить достаточно. Потом эти кредиты настолько высокий процент, что мы не конкурентоспособны. А вы же не забывайте, мы вступили в ВТО. Да. Мы вступили в ВТО. И мы, конечно, не конкурентоспособны. Это что касается, вот, значит, почему, я бы сказал, мы на этом форуме сейчас, я в том числе присутствую. Что мы хотим? Хотим, в общем-то, выработать вот четкую экономическую программу, может, даже и социальную. Потому что, по большому счету, уровень бреда уже превысил уровень жизни в России на самом деле. Почему так говорю? Потому что смотрю телевизор. С одной стороны, вроде что-то изменилось. То есть, вот,
то все были катания на льду голыми босыми ногами, то потом, значит, Боря Моисеев круглые сутки поет. Теперь, правда, нам сериал про Неве Сердюкова показывает, что и приятно тоже вот как бы смотреть. Вот, да. Но что не хотелось бы, чтобы так было? Не хотелось бы, чтобы были такие новости, они есть. Председатель Россельхозбанка какого-то районного масштаба Ульяновской области украл 250 миллионов рублей. Банкир, выезжая в Лондон, прихватил на карманные расходы 200 миллиардов рублей. Вот, значит, там 5 миллиардов, ЖКХ 5 миллиардов украли, 7 миллиардов, трубы не работают, вот, значит, вода не течет. Вот. Нам нужна такая экономика, нам нужно что-то. Мы говорили, долго запрягаем вот свою эту... как его, тройку, да, так может мы не тех лошадей запрягаем, то может что-то надо сделать. Уважаемые участники, на самом деле должны выработать сейчас вот, значит, внятную, четкую дорожную карту, представить его правительству нашему, представить президенту и попробовать провести с ними совместные, в общем-то, обсуждения и принять решения. Вот как бы будем мы с Сергеем там придатком или каким. По большому счету, вот то, что сегодня мы обсуждали вот на первой, значит, сессии, очень большое дело. Кризис Европы, кризис всего. А вы сами-то подумайте, так как мне жить там в деревне при зарплатах людей 3, 5, 7 тысяч рублей, вот когда у нас депутаты уже действительно честно возмущаются, 160 тысяч рублей маленькая зарплата. И они правильно говорят, нам бы тоже хотелось чуть-чуть больше как-то, да? Вы купили, если пошли в магазин, вот туфли, и вас они жмут, вот. Вам какое дело до того, что мир широк? Нет, блин, вот важно в ее позиции. Что бы сказал и что бы хотел, что могу? Могу многое. Наше хозяйство, вот, мы построили завод по производству фильтровальных материалов. Мы используем потенциал территории. Мы продаем за рубеж, Литва, Вьетнам, Узбекистан. Мы 20 городов России перегрузили водоканалы на свой материал. Мы бы хотели, чтобы мы производили конкурентоспособную продукцию. И мы умеем производить. Мы произвели оборудование, которое сегодня продали в Литву, вот, значит, это по производству пеностеклокерамики. Вот Владимир Иванович, вот РЖД есть, вот, мы разработали прекрасный шумопоглощающий материал, вот, значит, вот, для производства шумопоглощающих панелей. Пожалуйста, скоростные поезда будем строить, использовать давайте будем строить. Мы умеем работать, мы знаем, как дома построить и знаем, как сажать цветы. И сады тоже знаем, как сажать. И мы можем работать, но у меня на сегодняшний день в районе как минимум 20 контролирующих организаций, учреждений. И при том, что я все строю, что работать, вот, все приходят, и вы знаете, как будто из вредности, как будто в них в инструкции написано, чтобы всем стало хуже. Василий Александрович, время истекло. Да. Все, и начинается. 126 тысяч рублей вот за аттестацию рабочих мест. 200 тысяч туда, 300 тысяч туда. Никакой поддержки развития предпринимательства на селе не существует на сегодняшний день. Спасибо.